Рождеством, дорогая церковь! На экранах выпуск праздничных новостей и событий церкви. И в студии Евгений Меньшиков и Даниэла Воронкова. В канун Нового года наших замечательных мужчин ждет прекрасный завтрак, приготовленный нашими женщинами. А также вдохновляющее слово пастора и мужское общение. Приглашаем вас 27 декабря в 9 утра. А 31 декабря нас ожидает торжественное новогоднее служение. С нами будет праздновать и служить пророк Ральф Хау. Jesus is not looking for fans. Иисус не ищет болельщиков. People who sit back and watch what he's doing and applaud him. Тех, которые сидят, наблюдают за тем, что он делает, а потом просто аплодируют. Jesus is looking for followers. Иисус ищет последователей. People who will get involved in what he's doing. Тех, кто будет вовлекаться в то, что он делает. Not looking for people who are attending church. Он не ищет тех людей, которые просто посещают церковь. Looking for disciples. Он ищет учеников. People who will follow him and not at a distance. Тех, кто будет следовать за ним, но не на расстоянии. Because what we are disciples of the Lord Jesus Christ. Ральф также с нами будет 2 января в 7 часов вечера и 4 января в воскресенье, как на дневном служении, так и на вечернем. Встретить Новый год с пророком? Ну это круто! И, наконец, новый 2015 год мы начинаем с Discipleship Meeting для всех женщин и девушек. Мы ждем вас 6 января в 7 часов вечера. В настоящем новом году, 11 января, будет проходить молитвенная линия, где служащий будет молиться за нужды каждого. Регистрация начнется в 9:30 утра. В этот же день, 11 января, нашу церковь посетит лидер прославления и молодежный пастор церкви «Благая весть» Филипп Реннер. Филипп будет служить как и на утреннем, так и на вечернем служении «The Function». I surrender all to your majesty. Saturate and penetrate me with your love and your glory. Empty me, take all of me. I surrender all to your majesty. Saturate and penetrate me with your love and your glory. Также желаем напомнить, каждую пятницу с 8 до 9 вечера проходит молитвенное, ходатайственное служение, как за церковь, так же и за наш город. А утром, в воскресенье, с 9:30 до 10 мы молимся за устройство и благословение утреннего служения. До встречи в следующем выпуске новостей. И с наступающим Новым годом! С наступающим, друзья!